Всем доброго дня. Хочу вам показать новый фильтр на 20 км в час. 20 тысяч литров в час. Вот такой у нас малыш получился. Только собрали. Так, одна труба сливной лоток 90, вот из цельного пластика сделали, как видно, чтобы грязь не собиралась, не цеплялась, чтобы легче было ей выходить. Вот. Дальше на входе две трубы по 90 и точно так же на выходе. Две трубы по 90. Так. Одна труба для насоса. Здесь у нас будет стоять мотор. Да, пока еще не установили. Еще будем тестировать корпус фильтра. Но, в принципе, уже все готово. Вот такой вот малыш получился. 20 кубов. Вот поплавковый датчик уже установили. Так. Вот сам баллон будет вращаться. Будет шестеренка от мотора редуктора. И шестеренки, как видно, стоят вон там внизу, с одной стороны и с другой стороны. Обеспечивает плавный ход самого барабана, легко крутится и минимальная нагрузка на мотор редуктор.